бросок. Райан Мерфи есть одна заброшенная шайба в этом сезоне. Байген бросает и забивает 2-2. В нужный момент Зият Байген стреляет. И Самонов среагировать на бросок 84-го номера не смог. Маквайт, Байген в касание. Зак Мичел создает фрагмент на пятаке. Но здесь я не думаю, что Самонов не видел момента броска. Просто бросок Байгена получился очень непростым. И здорово, на щитком попадает 84-й номер.